крики среди ночи переполошили жителей 41-го дома на бульваре Победы. Дрались двое мужчин. Один из них в военной форме с погонами подполковника. Как выяснилось позже, драка произошла из-за пустяка. Автомобилисты не поделили дорогу. Вам сказали, предъявите документы. Что вы стоите, клоуна строите? На видео, снятом активистами дорожного контроля, мужчина в форме пошатывается. Со слов очевидцев, именно он спровоцировал драку. Подошел к припаркованной машине и после небольшого диалога набросился на водителя. Была такая ситуация. Не могли разъехаться два автомобиля. А гражданин попросил 5 минут подождать. Я так понимаю, он ждал супругу. Водитель «Вольво» явно ждать не хотел. В ход пошли кулаки. Услышав шум, местные жители вызвали активистов дорожного контроля и автоинспекторов. Когда на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, одного из участников потасовки уже забрала скорая. Поэтому все обстоятельства происшествия пришлось выяснять у офицера. Его долго уговаривают пройти медосвидетельствование, и тот все же соглашается. Берите, надувайте воздух. Просто надувайте. Да, берите, дуйте. Он не дует. Так, дует. Вы видите? Выдох прерван. После 3 неудачных попыток на подполковника оформляют отказ от освидетельствования. И тогда пьяный водитель собирается сесть за руль. Вы пьяным хотели проехать? А что, здесь должна быть пьяная или не пьяная дорожка 11? А знаете, что такое ПДД? Нет, ну вот поэтому пьяными гоняете. Кстати, у дебоширов попытались уточнить, кем он все-таки является, но его бессвязный ответ не внес ясности. Гражданин сказал, тот, который в форме, что он является гражданином Российской Федерации, не военнослужащим. И мне кажется, эти слова его пророческие. О том, что будет дальше с военной карьерой этого человека, неизвестно. По непроверенным пока данным, подполковник преподает в военно-воздушной академии. За отказ от медицинского освидетельствования мужчина отстранен от управления транспортным средством. Алена Кульнева, Сергей Гладков, Новости 24. Твое мнение очень важно для нас. Не будь равнодушным. Комментируй. Ставь лайк. Подписывайся на канал.